Всем привет! Итак, вы меня просили сделать расклад важные именно события или событие. Посмотрим, как покажут. Ну, как бы месяца, на ближайший месяц. И мы с вами посмотрим именно... Давайте три варианта все-таки, где мы. Давайте первый. Есть, пусть будет. Еще такой снеговичок. Давайте розочку. И так, что я хочу? Давайте все-таки мою парочку. Вот так. Вот так. Первый, второй, третий. Блиц, по возможности, блиц, мой блиц, так сказать. Быстрые ответы, три варианта. Кто у меня впервые, я рада вас приветствовать. Дорогие друзья, я тоже очень благодарна за вашу поддержку. И что вы со мной? Так, кто у меня впервые, извините, это три варианта. Кто любит на один вариант? У меня есть расклады и на один, и на три, и на четыре, и на пять. Есть длинные, есть короткие, есть разные, есть на духовный поиск, по духовному пути. Ну, то есть много-много-много всего интересного. Личные разбирательства, а вот личные разбирательства... Ой, множество-премножество. Я уже даже не помню, какое количество видео у меня в YouTube. Где-то около 3000 совместно на каналах. Так что смотреть, не пересмотреть. Так, ну что, я надеюсь, вы выбрали, пока я болтала. Поехали. Поехали. Так. Привет, единички. Так, важное, ух ты. Ай, ладно. Опять надо менять. Так, давайте посмотрим. Важное событие. В скрытом. Важное событие, что в скрытом. Ух ты, мужчина для вас главное. Важное событие. Или, смотрите, девочки, мальчики, или это ваша собственная сила. Возможно, вам пора выходить из какой-то инертности. Может, потому что эта карта движения, силы, продвижения, влияния. Все сюда. Сейчас мы как бы ее уточним немножко. Вот. Для мужчины это могут быть ваши собственные силы. Для девчонки, для вас тоже как бы, может, вам придется влезть в брюки. А возможно, все-таки мужчина, спешащий в вашу жизнь. Ну или активно проявляющийся. То есть смотрите уже именно в контексте. Ну что, поехали посмотрим. Ладно, вот так уточним. Это какая-то заикаренная пара у нас тут. Тут что-то у нас складывается совершенно по первому варианту заикаренная. Может быть, конечно же, может быть и рабочая пара, рабочее предложение. Смотрите, может быть. Все-таки девочки, мальчики, кто постоянно смотрит с упором на работу, вы должны понять, что большинство, почти, я бы даже сказала не 90, а 99,9 заходят на YouTube расклады с вопросом отношений. Поэтому ваши возмущения по поводу, что вы хотели о работе, ну как-то они неуместны, потому что люди притягиваются, именно поток идет такой. Будьте внимательны. Но даже если вы хотите посмотреть на рабочие вопросы, всегда слушайте энергию. Здесь
Хорошая взаимосвязь. Здесь, смотрите, если я все-таки вам скажу, вопрос каких-то рабочих отношений, движения, ваше продвижение, опять же, по службе, по рабочим делам, по вопросам бизнеса, тут, скорее всего, придет время сдвинуть с мертвой точки и как бы немножко, знаете, вот такой движок и стабилизация, хорошее закрепление. Поэтому на это обратите внимание. Если вам надо, ну, как бы в чем-то разобраться, вперед, не бойтесь. Если вы хотите что-то новенькое, карта мужчины, карта бланки, говорит о яркой энергии, действенной. Так, все, во всех остальных это любовный вопрос. Мужчина, женщина смотрят друг на друга. Это какая-то пара. Это то ли новое знакомство, то ли знакомство, как бы некое продолжение в хорошем таком, в крепком, заякоренном состоянии. Ну, давайте мы посмотрим, из чего вы вышли. А вышли у вас очень сложный вопрос двойственности. Двойственности выбора дороги, принятия решения. Это кармическая ситуация. Очень долго, тяжело, сложно это все у вас проходило. Прям с наматыванием, как я говорю, нервы на кулак. Вот как-то так. И причем это действительно сложный, долгий процесс. Куда вы придете? Боже ж ты мой, судьбоносные, так, расширение, а почему, сейчас, вот это мне уже интересно, тогда ладно, давайте посмотрим, что у нас в скрытом, нет, перемены, передвижения, возможно, даже дальние поездки, задел на будущее, что это, все-таки быстрое, придется быстренько. Может быть, смотрите, что у вас возникнет такая ситуация, что вам придется решение принимать очень-очень быстро. Ну, как бы на ваше будущее. Может быть, с переездом. Тут какая-то дорога. Да, может быть, и человек как бы сам с дороги в вашу жизнь, с дальней дороги. Но у вас перемены. У вас действительно судьбоносные перемены. Хочу уточнить единственное, почему здесь нет таких книг о жизни. А, все поняла. Все-таки. Все-таки да. Смотрите, по выбору у вас, скорее всего, вот тут по первому варианту, именно то состояние, когда вы не были в одиночестве, не были. Здесь может проходить вопросы и любовного, тайного, и приезды, отъезды, и когда человек не проявлялся. Ну, то есть, вот такие запутанные и семейные, не семейные. И когда человек решал оставаться, не оставаться в паре, выходить или приходить к новому. То есть тут море всего разного действительно по прошлому. И именно на этот месяц у вас выходит, я бы говорила, некая точка. Точка даже не переломный, как сам переломный, а выяснение позиций или открытие, вот прям открытие новых перспектив. Что-то станет явным, открытым, понимающим и проясняющим. Проясняющим вашей жизни. И такой партнер, ну, в принципе, можно говорить, что в вашу жизнь навсегда. Это некая привязанность, это некая безусловная любовь. И возможности, открытые возможности будущего. Да, здесь счастье. Боже, что еще и какой род. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все. Даже дальше не буду смотреть. Ваши проблемы закрываются. Вы тут очень много отстрадали. Это дно колоды. Тут...
Тут ваше счастье расширяется, удача счастливого брака, союза, здесь построение рода, женский и мужской род, ну, как бы соединяется. Тут у кого-то перспектива, ну, мы смотрим пока на, ну, как бы вот это месячное, но я бы говорила даже о перспективе продолжения рода. Ну, что-то есть, или соединение, тут что-то есть по мужскому и женскому роду, соединение, время. Я не скажу, что время поджимает, тут, скорее всего, документы или, ну как-то так, документы, известия. Тут придет к вам какое-то известие, ну, или сам человек, который изменит полностью всю вашу жизнь. Вот такой первый расклад по снеговичку. Вот так. Неожиданно для вас. Так, все. Давайте его на место. Что нам Розочка расскажет? Давайте так, Розочку. Итак, главное событие вашего месяца. Сигнификацию не делаю, потому что есть варианты. Когда нету вариантов, я делаю именно для того, чтобы вы понимали. А тут уж вы, ну как бы, я рассказываю историю из потока, а вы опираетесь на свою интуицию. Итак, главное событие вашей жизни в этот месяц. Ну хорошо, счастливые перемены. Давайте будем сейчас смотреть. Аисты. Отлично. Так, тут переломный момент, очень серьезный. По прошлому у вас... Это знаете как? Или решение принято, серьезное решение, которая изменит всю вашу жизнь. Или вы, или в отношении вас, или вы встретите человека, но некая, можно сказать, или пустая болтовня, или возможности вашего полета будут ограничены. Вот так вы себе спокойно птичкой летали, ни о чем не думали, смотрели на все или на всех с высоты, а тут вам вот такой партнер как бы придет. Обновление по саду. Ух ты, подождите. А ну-ка, подождите, потому что... Да, аисты и ребенок может говорить о том, что у вас будет очень переломный момент. И для кого-то это хороший момент зачатия. Для кого-то очень хороший. Но я бы еще говорила, эта ситуация у нас идет по перспективе рабочего роста. Именно рабочего, предпринимательской деятельности, изменения, переезды, возможности. Может быть, вам резко надо будет обновить вашу деятельность, вашу то, как вы видите. Может быть, вопрос... Ну, звезды, ладно, подождите. Смотрите, может быть, именно на этот месяц вам придется как бы свернуть немножечко, чуть-чуть деятельность, дабы ее переместить вот или в другом направлении, или выждать что-то. Но здесь как бы хитрость некая идет. Предпринимательство в вашем уме для вас. Все-таки документы могут быть все-таки сердечные. Тут решается у вас все равно, мешало все равно звезды. Ой, кольцо. Хочешь, не хочешь, все равно будет. И лилия. Смотрите, здесь идет у вас партнер. Так или иначе, у вас будет партнер, ну, на ось. Я бы говорила, до конца вашей жизни. Друг это или не друг, здесь... Так, неправильно.
союзник, человек близкий, человек, который, если вопрос бизнеса все-таки или дел, будет с вами очень долго. Это у вас закроются некие вопросы, у вас вы выясните вопрос, возможно, опять же, пребывания, переезда, перенести из одного в другое. То есть, как я сказала, уже может быть вы свернете какую-то деятельность, ну, я не знаю, с места на место переедете, перейдете на другую работу или уйдете от какого-то дяди, работали на дядю, станете работать на себя. Кто работал, к примеру, уже на себя, тут может быть тоже перемены, но смотрите, какие интересные. Вы можете немножечко притупить в рабочем вопросе, потому что будете открывать вопрос любовного характера. И у вас открываются эти перспективы и возможности вообще на дальнейшую жизнь. Тут сильный, властный мужчина строгих правил предлагает, скорее всего, вам союз, предложит вам союз. Это раз. И с другой стороны, то, что я уже сказала, ваша деятельность претерпит изменения, но это будет довольно-таки вам по сердцу. Вам по сердцу. Для кого-то еще. Тут может что-то с места проживания, пребывания и вопросы жилья. Тут как бы разрешится этот вопрос, который вы давно не могли решить. Кто хотел переехать, возможно, ну как бы переедет. Тут открывается такая возможность. Ну как бы сначала это как бы малые перспективы, но как это по-дальшему, в дальнейшем они разрастаются. Вот. Хорошая, хорошая. Вот так. В принципе, рыбина. Денежки, рыба или глубоководное чувство. Может быть, смотрите, еще по второму, вы можете этот месяц как бы некий задел, когда вы в некой работе можете встретить интересного партнера, который останется с вами на всю жизнь, еще раз говорю. Или тот партнер, это или деловой, или вопрос семейности. Ну, как-то он, ну, как бы сам партнер, это только намек на этот месяц. Кто что? Или ваша деятельность именно такова, что приведет именно к таким изменениям в будущем. В будущем. Ну что, интересно, парочка скажет. Главное событие месяца. Можно было... О, уже открыла. Итак. Хотела переворачивать. Еще интереснее. Ну, потому что здесь то, что было в прошлом, ну, как бы могло быть некое знакомство. К примеру, тут мужчина собственной персоной, приходящий, уходящий, или такой очень резвый человек. Женская энергия.
Вопрос, когда вы думали, что это временно, а оно окажется на постоянно? Что-то будет тут какая-то вопрос прояснения, да, потому что на будущее идет создание рода, семьи и вообще продолжение, очень хорошая линия открывается. Так, ладно, а что тогда вскрыто? Солнце, счастье. Это какая-то счастливая связь. Смотрите, сейчас все равно как бы немножечко уточню, потому что по якорю это может быть и отличнейшая устоявшаяся работа, место работы, или вы найдете работу. Если вы были в таких поисках, вы, может быть, вы возьмете новое направление в работе. Совершенно новое, потому что оно будет давать вам упрочнение и упрочнение положения уже, ну, как говорят, надолго, причем вы почести получите в этом направлении. Тут вы могли открывать вот эти арканы, которые говорят о даре, к примеру. Тут у многих проиграется ваша работа с интуицией или развитие интуиции или какого-то направления изучения. Может, вы что-то изучали и превратите как бы этот вопрос ваш в работу. Может, что-то запустите, какое-то ваше дело, и оно по чуть-чуть заякорится на дальнейшее, впрочем, очень хорошее. Вы могли вот тут чего-то подкинул вам кто-то какую-то идейку, скорее всего. Просто отличнейшие карты. Если о том, что временно, но женская карта, женская и мужская, в принципе, женская и мужская карта. Так что давайте мы все-таки уточним. Ай, букет и развилка, дорога, большая дорога. В будущее. Большая извилистая дорога в этом направлении под горку, а там, видите, вот это дерево произрастает. Возможно, еще то, когда вы действительно, ну, как бы набирали обороты, выбирали свой путь, решение вопроса, тут решение, опять же, может быть, то, что временно казалось, то, что будет временно, оно останется действительно. Вы нашли свой путь. Ну, или мы смотрим как бы на будущее событие, найдете. Ну, скорее всего, смотрите, это не что-то уже как бы совершенно новое. Может быть, для вас новое, но вы уже окунулись в эти воды, в это новое. То есть вы начали или изучать, или присматриваться, или общаться. Вот в таком направлении, что может быть здесь по вопросам женское здоровье, красота, тут тоже, тут как бы вопрос на упрочнение, очень вопрос энергоемкий, набор жизненной силы однозначно. Если вы начали какие-то чистки, ритуалы проводить или еще что-то, в плюсе и только в плюсе покажет все на плюс, выйдете на плюс. Ну, говорю, если было знакомство с человеком, то вы думали это на, ну или так подумали, что это временно, а это окажется даже на очень-очень долго. Да, очень долго, потому что здесь башенка и собачка. Вопрос может быть задокументированных отношений и близкого, очень близкого, такого, как, знаете, ну или сердечный друг, который останется с вами на всю жизнь, а может быть, я говорю, такая любовь безусловная. Тут вопрос изоляции. Да нет, тут какая-то тут сила, человек очень большой силе, скорее всего, не изоляции, а человек власти, могущества и покровительства. Вот как-то так. Ну что, давайте еще одну карту и все. Переломный момент. Куда? Куда ломать будете? А-ха-ха! Ну все.
Хорошо. Боже ж ты мой. О, спасибо, что вытащила. Решила еще одну карту. Смотрите, прям реально переломный момент, когда все ваши враги, недоброжелатели, ваш сложный час, ваше сложное время, перемены, из-за которых вы, ну, какие сложные такие, тяжелые, которые вы где-то горбатили, стянули что-то на себе, как крест тянули. Это, вот все, прям все, все уходит в небытие, так сказать. Тут, если вопрос, смотрите... Вопрос, ну, кто-то мог переживать о здоровье, может проходить с дерева, здоровье, коса и туда-сюда, так сказать, много. У вас эти вопросы как бы тоже закрываются. Закрываются, ключ выходит. Вы открываете тайну. Дом постоянно, стабильность. Боже, как хорошо, стабильность. Вы закрываете. Вы вообще тут... Вопросы дома, может быть, еще. Нет, это сад. Это может быть, что, знаете что, вы нашли, ну, или как бы открыли некую тайну, или, как говорят, в постели с врагом иногда, или, ну, закрываете вы этот вопрос, что-то в вашем доме, какие-то неприятности. И эти неприятности, сложности, вы именно, ну, как бы, да, эти неприятности, они закроются. Перемены. То, что было до, а там реально, там очень сложные карты, прям очень сложные. И вот эта вся сложность... Видите, у нас хорошо вышло, потому что вот стабильность, дом хороший, как бы судьбоносный, закрывает вот этот, вот эту сложность. Ну, как бы, поймите, ну, как бы, не хочется озвучивать плохое, потому что показывает, что человек от этого все, он избавляется, он вышел из этого. Зачем тянуть? Зачем тянуть? Поэтому не хочу проговаривать. Вот, убираем это все, и у вас прекрасные перемены, просто прекрасные перемены в жизни. У кого-то даже дальний, совершенно, кто-то дом может поменять, переехать может далеко. Кто-то, как и покупка дома, так и покупка какого-то транспорта, и вообще все это под прикрытием высших сил и, ну, как бы под защитой. Кто-то мог вымолить защиту, тоже так проходит, ну, как бы некие такие сложности. Кто-то узнает какую-то тайну неприятную, чью-то, не вашу, то есть вы узнаете, может быть. Вот такое положение. Все, спасибо вам и до новых встреч. Пока-пока.